Добрый день! Обзор насосного оборудования сегодня будет посвящен погружным скважинным насосам Aquario серии ASP. Еще не так давно самый распространенный диаметр бытового скважинного насоса был 4 дюйма. Можно с уверенностью констатировать тот факт, что компания Aquario была в числе первых, кто разрабатывал и внедрял скважинные насосы диаметром менее 4 дюймов. Она предложила насосы с диаметром 3,5 дюйма. А позднее была разработана конструкция скважинного насоса с диаметром 3 дюйма. Об этих насосах мы сегодня с вами и поговорим. Двигатели скважинных насосов Aquario заполнены специальным маслом и в основании имеют эластичную мембрану, предназначенную для выравнивания давления внутри и снаружи двигателя при его погружении под воду. То есть насосы с двигателями данной конструкции можно опускать на большую глубину от поверхности воды в источнике, чем насосы с сухим двигателем. Для насосов Aquario максимальная глубина погружения 30 метров от зеркала воды. Разумеется, обычные сухие двигатели будут иметь проблемы с герметичностью при погружении на такую глубину. Скважинные насосы, все без исключения, снабжены обратным клапаном, задача которого – удержать столб воды и защитить рабочие колеса от гидроудара при остановке насоса и от вращения в обратную сторону. Детали насосной части изготовлены из современных полимерных материалов и в наиболее ответственных местах усилены вставками из нержавеющей стали. Вал насоса целиком выполнен из нержавеющей стали. Скважинные насосы Aquario серии ASP разделены на две группы. Это насосы диаметром 3 дюйма и насосы диаметром 3,5 дюйма. Скважинные насосы диаметром 3 дюйма представлены тремя моделями. ASP-15C4075, ASP-15C6075, ASP-15C7575. Скважинные насосы Aquario диаметром 3,5 дюйма представлены семью моделями в двух исполнениях. Насосы с литерой Е относятся к эконом-классу. Для уменьшения цены насоса выходной патрубок, суппорт и крышка двигателя выполнены из чугуна с последующим гальваническим покрытием для защиты от коррозии. Изоляционные материалы двигателей относятся к классу Б, что весьма неплохо для серии эконом-класса. Итак, ASP-1E-3090, ASP-1E-4590, ASP-1E-6090, ASP-3E-5590, ASP-3E-7090. Насосы с литерой C имеют более дорогую комплектацию по сравнению с предыдущей. Выходной патрубок, суппорт и крышка двигателя выполнены из латуни. В двигателях применены улучшенные подшипники, а изоляционные материалы двигателя относятся к классу F, что предоставляет еще большую защиту двигателя. Итак, ASP-1C4590, ASP-1C6090. Важно! Производительность скважинного насоса зависит от нескольких условий. Как правило, это высота подъема и планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений, а для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Скважинные насосы диаметром 3 дюйма – востребованный и популярный тип погружного скважинного насоса. Могут устанавливаться в скважинах малого диаметра. Отсюда и универсальность – насосы для скважин любого диаметра. Достаточные расходно-напорные характеристики для применения как на даче в простой системе водоснабжения, так и в системах водоснабжения или системах полива. Теперь рассмотрим насосы диаметром 3,5 дюйма. Относительно новый и набирающий популярность размер скважинных насосов. Несомненным плюсом скважинных насосов Aquario является наличие кабеля питания и выносного пульта управления с расположенным внутри конденсатором. В
Все это идет как одно целое изделие и не требует вмешательства покупателя в электрическую часть насоса. Скважинные насосы «Аквариум» диаметром 3,5 дюйма разрабатывались для использования в быту, для систем водоснабжения и полива. Ассортимент представлен 5 простыми моделями. Спрос рождает предложение, поэтому специалистами компании были разработаны конструкции скважинных насосов повышенного расхода с номинальной производительностью 3 кубометра в час. Итак, подведем итог. Все скважинные насосы Aquario серии ASP укомплектованы силовым кабелем питания и пусковым блоком. Исключение – модель ASP-3E7090. Вынесенный пусковой блок с конденсатором позволяет при необходимости произвести тестирование двигателя скважинного насоса без демонтажа самого насоса из скважины. Компания Aquario одной из первых предложила скважинные насосы диаметром 3 и 3,5 дюйма. Стоит отметить, что чем меньше диаметр насоса, тем меньшего диаметра скважины ему требуется, и тем дешевле обойдется бурение такой скважины. Линейка погружных насосов Aquario позволяет подобрать насос как на простой полив садового участка, так и на систему водоснабжения загородного дома или коттеджа. Отдельно отметим, что специалистами компании Aquario разработана программа помощи подбора насосного оборудования для водоснабжения. Данная программа будет полезна как менеджерам для помощи и консультаций, так и конечному покупателю для понимания всего процесса выбора насосного оборудования. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизаторы напряжения. До новых встреч!